если в театре, допустим, то есть действие идет от начала до конца, то есть простраиваешь свою роль, то есть у тебя вот персонаж, он растет, он переживает, то есть это постепенно накапливается, и, соответственно, есть какая-то там финальная точка, то в кино это может быть вот так. И тебе здесь вот похороны, тут свадьба, а здесь и очень быстро нужно уметь переключаться с одного на другое, принимать предлагаемые обстоятельства, то есть это тоже же, там вот мы сначала снимаем сцены только на улице, потом там только в помещении, и никому не интересно, что ты там, что тебе надо в одном кадре плакать, в другом смеяться, и, ну, как бы приходится очень быстро перестраиваться, и в этом, наверное, ну, сложнее немножко кино, нежели театр. То есть в театре есть время вот прожить, понаслаждаться, вот почувствовать вот этого человека, который вот не ты, конечно, но в тебе вот есть вот где-то вот что-то, вот вырастить эту роль и сделать так, чтобы другие наслаждались этим вот. То есть это ты и режиссер, и все. А дальше, да, в кино эта работа все-таки, наверное, больше в том числе и оператора, монтажера, который сделает из тебя красиво или не сделает. Мне как-то так дается, что вот сейчас вот так. И чаще всего не стоит перепрыгивать, грубо говоря, пытаться там вылезти. Просто идешь по этому пути, вот он у тебя такой. Потом он раз меняется, ты идешь по другой дороге и тоже ей наслаждаешься. То есть я, допустим, там какое-то время в Москве я работала на детском радио как ведущая. Мне тоже этот опыт очень понравился. Это совсем другая тоже история, да, какая-то. И вот эта многогранность, многоуровневость, скажем так, она, ну, просто интересная. Это вот нет такого, что ты каждый много лет делаешь что-то одно. В моей истории вот оно случилось вот так вот сумбурно, но интересно. А что-то там такое вот придумать, какие-то страдашки там себе, еще что-то там какие-то вот. А это, кстати, вот, ну, мне, по крайней мере, как актрис, нет, не нужно, у меня есть реализация в другом месте, где я могу побыть другим человеком, там, вот такой-то, или там, наоборот, вот такой-то. А в жизни как бы выдыхаешь, стараешься быть, скажем так, ну, вот, откликаться на свои собственные, как бы, потребности. Стараюсь, чтобы, ну, не перечить себе. Если, ну, скажем так, вот если человек, допустим, вот он изначально, допустим, вот от дуба упал желудь, вот он желудь. Вот если он будет расти как желудь и как дуб, да, у него все будет хорошо. Если он будет стараться расти как береза, в качестве березы, то у него ничего не получится, потому что и он будет страдать, он будет от этого. А как бы если ты вот, ну, ты дуб, ты такой, ну все, ну я дуб, все хорошо, я себя принял, я себя полюбил такие, и такой расту. Я могу вырасти очень большим или там каким-то очень раскидистым, например. Ну вот с людьми также, если ты чувствуешь свою природу, если ты как бы не идешь наперекор, да, то есть вот у меня творческая натура, скажем так. Я не хочу запирать себя в офисе. Я пробовала, это, ну, у меня не получается. Я не говорю, что это плохо, ни в коем случае, нет. Просто вот надо чувствовать себя, стараться как-то, ну, больше откликаться на свои какие-то вот внутренние позывы и идти, тогда легко.